Значит так, Павел, смотри. Девушки интересующего нас возраста подразделяются на несколько категорий. Есть настоящие чувихи. Их мало. Среди чувих есть барухи. Ну, это те, что бараются с нашими. Ну, ты понимаешь, о чем я? Их еще меньше. И еще есть румяные батоны. Батоны? Ну, да. Стильно одеться мама не разрешает, но очень интересно. Понял? Понял. А, еще есть жлобихи. Я знаю. Ну, отлично. Ну, еще есть шрубцы, мочалки, динамистки. А польза кто? Польза – это польза. Все, дальше сам. Смешит любой запрет, да грубых правил дела нет, и лишь тебе могу сказать, какая я. Но жизнь изменится, теперь мы вместе выйдем в эту дверь и будем рядом все равно, какой ценой. Yeah.
И если ты узнаешь, то присядь ненадолго. Начал танцевать, чего сидеть без толку. Слышишь этот ритм, чуешь этот драйв. Значит, ты свободен танцевать, вот это кайф.